С виду такой коммуникационный люк кажется безопасным, но при малейшем прикосновении он практически отлетает в сторону, и под ногами открывается зияющая дыра, в которую может угодить даже взрослый человек. Тревогу забили лишь когда в этот люк стали проваливаться автомобили. Такая история приключилась с нашим героем. Возле магазина «Люкс» сдавал задним ходом, заезжал в магазин. И при выезде, получается, в закрытый люк поднялся, когда колесом наехал, и провалился в люк передним левым колесом. В итоге повредил порог и бампер передний автомобиля. Что вы предприняли? Вызвал сотрудников ГИБДД, которые прибыли на место, зафиксировали факт происшествия. Что дальше вы собираетесь предпринять? Будем искать, кому принадлежит этот участок, люк. Только тогда аварийный люк закрыли и огородили. Интересно, на что рассчитывали владельцы коммуникаций, создавая опасную ситуацию как для водителей, так и для пешеходов? Будьте внимательны, смотрите под ноги и берегите детей.